На полуострове принимают наркотики около 9 тысяч человек. Такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения республики. Цифра остается стабильной в течение последних 3 лет, а вот состав запрещенных веществ меняется. Причем не всегда их относят именно к наркотикам. В российском законодательстве есть такое понятие, как новые потенциально опасные вещества. Они еще не внесены в реестр, но очень быстро вызывают зависимость и оказывают токсическое действие на нервную систему и головной мозг. Ко всему прочему, сейчас становится больше наркотиков, которые приводят к необратимым последствиям в один момент. В последнее время наркотики стали очень агрессивными. То есть они агрессивные как в плане токсического воздействия на организм, так и в плане первых проб. То есть, учитывая специфику действия нынешних наркотиков, то есть первая проба может привести к тому, что человек может остаться или инвалидом, или умереть. Также медики добавили, если 3 года назад средний возраст юных наркоманов составлял 16-17 лет, то теперь он снизился. Дурманящие вещества пробуют уже в 13 и в 14. Сейчас на полуострове специалисты проводят профилактические меры. Посещают школьные лагеря дневного пребывания и рассказывают подросткам о вреде наркотиков. Но самое главное, чтобы такая работа проходила и в семьях. Обязанность родителей не только прийти с работы и сказать, уроки сделал или что-то сегодня получил, а первое слово, которое желательно произнести родителю, это улыбнуться, как дела, как я тебя рад видеть, как я соскучился. То есть вот эти человеческие отношения, их необходимо возвращать в наши семьи.